Одиноких христиан Лиссабона пригласили отметить Рождество в необычном месте. Мусульманская община устроила праздничный ужин для бездомных прямо в мечети. Среди нас есть те, кого никто не ждет дома, кто пришел провести с нами вечер в духе экуменических идей, в дружественной атмосфере. Почему у тебя на руках перчатки? Я помогаю отцу. Как? Разношу еду. Здесь такая теплая обстановка. В своей собственной семье я давно себя так хорошо не чувствовал. Накрытый стол, доброе слово, горячая еда. В зале от 80 до 90 человек, но праздник только начинается в этих стенах. Дальше мы пойдем на улицу и будем раздавать еду тем, кто сам до нас не дошел. Согласно официальной статистике, в историческом центре Лиссабона проживают почти 2500 бездомных.